это, чтобы навести. Ну, наверное, самые яркие впечатления будут в следующем году, когда все-таки надеюсь, что этот мост будет завершен, и это будет действительно праздник не только для жителей Балакова, но и для всей Саратовской области. Да и не только, я думаю, для всего Поволжья. Потому что открытие моста – это действительно очень значимое событие для всей транспортной системы Российской Федерации. Ну, а мост должен быть красивым. Во-первых, проектировали те организации, которые здесь работают на Саратовском мосте. Да и вообще, все, что здесь создается, сейчас стоит на металле, мостовых сооружениях, металлических конструкциях. Это все сделано в Саратовской области. Что, конечно, очень приятно, и растет не только строительная база, но и растут возможности и мощности подрядных организаций. Поэтому транспорт действительно является таким мультипликатором экономического развития, но и развития территории. Потому что наличие этого моста не только само по себе снятие структурного ограничения, но и будет хорошим стимулом для развития города. И, надеюсь, жители будут с удовольствием пользоваться. Не в каждом регионе, надо подчеркнуть, кто сам проектирует и сам строит. И сам... Это просто гордость такая за наших строителей. Вот накануне, как раз вы сказали, праздника, дня дорожника. Хотел бы вас от души, спасибо, самого главного человека в этой отрасли поздравить. Ну и коллег, конечно. Вот они проектируют, живут здесь и строят. И если задача куда-то будет стоять дальше, они будут строить, если вы скажете дальше. Чтобы они без работы остались. Задачи мы на стендах увидели. Проекты это важные и нужные, особенно для столицы, для Саратова. Так что будем их планомерно реализовывать. Спасибо.